Железная дорога во всем мире, она занимает важное место. Много грузов перевозит, много людей перевозит. Это такая инфраструктура. И тут такая дискуссия появилась у наших чиновников. Вот смотрите, новость свеженькая 22 февраля 2021 года, что Hyundai предоставит Украине 2 миллиона долларов на разработку Европути. Но это проекта. Там у них поезда чуть-чуть уже колея, мы потом посмотрим, какой размер. И тут получается на грантовой основе предварительного технико-экономического обоснования, ПРЕТЭО называется оно, для строительства скоростной железной дороги евроформата. И они, видите, делегации поедут туда, там будут меморандумы подписанные, за чей счет проезд тут непонятно. Ну а что, чиновники покатаются и будет им, как говорится, счастье. А вот если за эту евроколею посмотреть, это тоже 2 года назад у Франции, то видите, Корея, Hyundai. Hyundai когда-то вот в поле их тепловозы скоростные останавливались от морозов у нас. А тут тоже министерство наше к французским специалистам для решения вопроса изменения ширины железнодорожных путей в стране. И вот смотрите, какая колея. У них 1435 миллиметров, это 1,43 метра. Это у них столько-то 4 английских фута и 8,5 дюймов. А у нас 1,52 метра, 1520 миллиметров. 1,43 метра и 1,52 метра, это сколько? 9 сантиметров разницы. Ну вот, вот так вот. И люди спрашивают, а что по широким нельзя ездить скоростные, ну, сделать эти все поезда? Зачем все-таки переделывать? Уже как-то столько лет прожили без этого всего. Попробуй всю эту колесную базу и все эти дороги переложи. А параллельно делать вот эти вот чуть-чуть узкокорейки с такими, ну, нет смысла, наверное. Потому что, гляньте, какая это вообще, это на каждом городе, в каждом поселке, в каждом заводе, там, где подъездные пути, кругом идут эти вся колея 1,52 метра. Никак на 1,40 метра ты ее там не переделаешь. Но тут у нас все, и строительство этих дорог, и строительство железных дорог, кругом такие там деньги крутятся, кругом эти тендеры, закупка топлива, и то там люди зарабатывают себе и детям, и внукам, как говорится. Вот такая дискуссия с этой колеей, проекты, все, ну может где-то кусочек построят этой евро дороги между Киевом, к примеру, и Винницей, или что-нибудь еще такое.